тема интернета и частного сектора очень сложная тема для многих операторов. Техническую возможность мы определяем исключительно по каждому дому. То есть нам абоненты пишут заявление на проверку технической возможности. Техническая возможность может быть, может не быть. Абоненты могут подать заявление на проверку технической возможности разными способами. Могут оставить обращение на сайте. Наш сайт ikomtel.ru. Могут позвонить в абонентский отдел по телефону 93 93 93 и тоже мы полностью проконсультируем. Либо могут подать обращение на наш официальный адрес электронной почты post@ikomtex.ru. Как я уже говорила, техвозможность мы определяем по каждому дому индивидуально. И при наличии технической возможности, соответственно, мы озвучиваем стоимость подключения абоненту по данному адресу.